Но главное событие прошли в Темрюке. Именно здесь, на побережье Таманского полуострова, 9 октября группировка немецких войск вынуждена была сдаться. В Темрюкском музее военной горки сегодня состоялся масштабный концерт, посвященный событиям 1943 года. Сегодня праздник в нашей кубанской семье. Праздник только потому, что на самом деле сегодня мир и жизнь. И вот сегодня празднуем мы жизнь, отдавая дань уважения и памяти тем, кто нам ее дал. О героической истории сегодня на Таманской земле рассказал каждый район края. Экспозиции развернулись в специальных шатрах. Анапа, делегацию которой возглавил Юрий Поляков, представил реконструкцию легендарных подвигов героев Советского Союза Дмитрия Калинина и Сурена Аракеляна. Я хочу сказать всем нашим организациям, которые уделили внимание, привели вот такое боевое состояние эти инсталляции, которые... Конечно, в первую очередь влияют на патриотизм нашего молодого поколения, которое растет и видит, как это было на самом деле. Все это было очень близко, а приближено боевым действиям. Всех с праздником, всем удачи, здоровья и, самое главное, мирного неба над головой.